наша военная операция в Сирии – это защита национальных интересов России, шаг, который необходимо было предпринять, или ошибка? Люди просто благодаря своему невежеству думают действительно, что те бомбы, которые сейчас сыплются на головы игиловцев там, они убивают тех, кто пришел бы сюда, в Москву, и совершал бы здесь взрывы. Здесь абсолютная чепуха, конечно. Не было взрывов здесь, в Москве? Абсолютная чепуха. Очень правильное решение, его можно было бы сделать и раньше. Это все исключительно телевизионная война. Никаких ни военных, ни тактических, ни стратегических смыслов я во всем этом не вижу. Сейчас идет уже борьба газовых компаний на Восточном Средиземноморье, начиная от дельты Нила и кончая Сирией, а Израиль уже добывает. То есть мы потеряем газ. Этот регион, если мы вообще Асад. Сдуемся. Честно говоря, совершенно не понимаю, в чем, вот, например, моя выгода как гражданина Российской Федерации, в чем вообще выгода страны, которая по главному федеральному каналу собирает дрова для отопления своих стариков, чтобы они не замерзли зимой. В чем выгода воевать через море и через две страны с кем-то там, потому что что-то там, что-то такое происходит. Я вообще понятия не имею. Наши коллеги были в Сирии. На стенах городов, населенных пунктов, освобожденных от боевиков, было плохим русским языком написано: «Сегодня Дамаск, завтра Багдад, а послезавтра Москва». Сирия остается разделенной. И что дальше? Дальше получается, что это выглядит как авантюра.